Сагра, род жуков-листоедов. Крупные жуки. Длина тела от 2 до 5 сантиметров. Обладают прыгательными задними ногами с утолщенными бедрами. За необычные ноги их называют лягушконогие жуки или жуки-кенгуру. Характеризуются металлической окраской с оттенками синего, фиолетового, зеленого, желтого, розового и красного цвета, которые варьируются в зависимости от направления освещения. Антенны очень крупные для жуков-листоедов. Голова относительно узкая. Передняя спинка значительно уже над крыльями, у которых отмечены плечи. Бедро толстое, обычно с несколькими шипами на нижней части. Голень изогнута. Характерен половой диморфизм. Самцы намного больше самок. Они достигают 50 мм. У самок максимум 27 мм. А их прыгательные ноги намного толще и длиннее. Питаются жуки растениями.